Международный день велосипедиста отмечают во всем мире с 2018 года. Праздник не обходит стороной и Оренбург. По нескольким улицам города вновь перекрыли автомобильное движение, чтобы дать дорогу любителям и профессионалам велоспорта. Они стартовали на Новой, проехали по Терешковой и Володарского, а финишировали на площади Ленина. Только положительные эмоции, заряд энергии на ближайший год до следующего велопробега. Ну, а в чему вообще участвуете? Ну, такой образ жизни. Не только я, вся семья моя участвует. Нормально, все организовано, хорошо. Очень круто, очень много людей, заряженных позитивом, энергией. Мне очень понравилось. Одни только положительные эмоции, все нормально. Весело, энергично все. Все супер проходит. Действительно, розыгрыши, люди веселятся, отдыхают. Не просто дома сидят перед телевизорами, а действительно занимаются спортом. То, что не хватает нашему городу. Я думаю, что это очень здорово. Тем более с хорошими призами. Я думаю, есть будущее у такого мероприятия. И такие мероприятия будут особенно подхлёстывать молодых людей для занятия спортом. Настроение прекрасное. Переживали за погоду. Погода классная. Участников у нас зарегистрировалось, кто официально получил номер, 2700 человек. Уверен теперь, что всем понравилось, все здорово, и это станет хорошей ежегодной традицией. На финише всех неравнодушных к велоспорту ждали тематические площадки и розыгрыш призов от партнеров мероприятия. Между участниками разыграли 21 велосипед и более 100 ценных призов. Я очень рада, это мой первый велопробег, и я радуюсь, что принимаю участие, и, естественно, то, что я выиграла. Повторное проведение велопробега совместными силами администрации региона и коммерческих организаций уже запланировано на следующий год. Напомню, в Оренбурге может появиться велокольцо по загородному шоссе, улице Чкалова, набережной и других участках. Ранее об этом заявила региональный министр архитектуры Наталья Ибрагимова. Александр Кацун, Артем Букреев, городской телеканал ЮТВ.